Мирные жители в среду начали возвращаться в ливийский город Сирт, практически освобожденный от исламского государства. Под контролем боевиков он находился с прошлого года. На дороге, ведущей в город, все машины проверяют военные правительственные армии. Мы должны защитить прибрежную дорогу и обеспечить безопасность дороги из Мисурата в Сирт, а также обеспечить безопасность семьям, возвращающимся в освобожденные районы. Военные конфискуют водителей топлива, если его везут в больших объемах. Опасаются, что бензин продадут боевикам ИГИЛ. Военная операция по освобождению Сирта началась еще в мае, но несколько недель назад правительственные силы в ходе стремительного наступления столкнулись с ожесточенным сопротивлением террористов. Боевики оборудовали множество снайперских позиций и по всему городу установили миноловушки и другие взрывные устройства. Кроме того, смертники совершали атаки на заминированных машинах. Ливийские военные применили против боевиков ИГИЛ артиллерию, а также атаковали их с воздуха. Террористов удалось почти полностью вытеснить из города, однако очаги сопротивления еще остались. В ходе операции погибли 300 военных, более 1300 получили ранения. Сирт был самой важной базой для исламского государства за пределами Ирака и Сирии. Но теперь мирная жизнь понемногу возвращается в город. Даже магазинчики, закрытые долгое время, снова ждут покупателей.